Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно вмещается что угодно. Коробки с карандашами, горы и океаны, гномы и великаны, и кот с большими усами. В коробке с карандашами живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами. В коробке с карандашами заяц бежит при прыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами. В коробке с карандашами подснежник снег пробивает, мальчик в ручье пускает кораблик под парусами. Начнете сами.